боже мой. Время тут кофе. Подарил мальчику на день рождения. Заклеил его там две недели. Пошел в магазин и говорит, дай мне что-нибудь попроще. Для ребенка или для чипи там. Она говорит, ну вот проще ничего нет. Дали мне эту машинку. А это я ее, да, я знал, что это сборная модель, но я собирал ее две недели. Мальчик не мог? Нереально. А я сегодня на пьянку еду. На два дня. А в Пушкин. Так что будешь без меня здесь крутиться. Ну да. А как? Там будут братья мои. Бикеры. Бикеры. Кирилл, привет! Да. Клево. Да, клево. О! Орелики! Давно сидим? С утра. Здравствуйте. Джентльмены, у меня для вас прекрасное сообщение. Учебный год закончен. Да, но тем не менее, что я хотел сказать, какие
подвести итоги. Год прошел без травм, практически. Не считая там членовредительства умышленного, практически. Ездали там по асфальту, там, перелом, там, дуг. Попытка завести Харли Дэвидсон с 1050-го пика. Со сменой карбюраторов, аккумуляторов и всякой всячины. И это только начало, да. Значит, о чем я хотел еще вам напомнить? О том, что в августе месяце состоится пробег на старинных советских именно машинах и мотоциклах. Мотоциклов нет и не будет, если мы не подготовим эти мотоциклы. Петербург, Москва. Ну и в принципе все. Желаю, чтобы вы хорошо отдохнули лето, набрали сил, без потерь вернулись в осенью. Дай пятерку. А какие особо, например? Ну, почему мы так много пьем? Почему? Ну, это понятное дело. Почему? Да нет, ну, просто непонятное дело. Это далеко не нормальная вещь. Почему мы вот, как бы русский человек, он довольно гостеприимный, ну? Добрый, а с другой стороны бывает очень жестокий и своенравный. Ну, потому что он хочет и власть, и свободу одновременно. Белого билета. Вообще, да. Вы напали в этот дип, да? Я сказал. Да. Вот. А я уже пью. Помнишь эту песню, да?